этом бюджете опять-таки предусмотрено увеличение налоговой нагрузки. В первую очередь за счет акцизов, налогов, всего остального. Для предприятий 19%, для населения 14% увеличения налогов. Сейчас, если посмотреть статистику за январь-сентябрь, ГФС идет чуть ли не с преувеличением, перевыполнением той нагрузки, которая есть. То есть налоги и сборы взимаются. Что мы будем иметь? В тот момент, когда у нас действительно Украина уходит больше в тень, а акцизы и налоги поднимаются, что у нас? У нас тогда отрасли, как, допустим, спирт, уходят в тень, начинается фальсификат, сигареты, начинается фальсификат, контрабанда, все это остальное никуда тоже не девается. Если люди нищие, и у них есть спрос на дешевый товар, им его начинают предлагать некачественный.